Зима вже близько, і наш організм потерпає від мінливої погоди та холодів, як наслідок простуди та зниження імунітету. У цей період народна мудрість пропонує вживати якнайбільше свіжих овочів та фруктів, особливо цитрусових, а ще сухофруктів. Зараз можна знайти багато рецептів, які обіцяють відновити захисні сили, додати вітамінів організму та покращити настрій у похмурі дні. Наприклад, такий рецепт – 300 грамів кураги, 300 грамів родзинок, теж 300 грамів чорносливу, 300 грамів волоських горіхів, 1 лимон. Пропустити через м'ясорубку, ретельно перемішати та додати мед. Якщо у вас виникло бажання спробувати один з цих диворецептів, дізнаємось, скільки це коштуватиме. Отже, 1 кілограм кураги – від 90 до 150 гривень. Родзинки можна придбати по 80 гривень за кіло. Чорнослив з кісточкою – 60 гривень, без кісточки – від 80 до 100. Волоський горіх коштує від 25 до 40 гривень за півлітрову баночку. Один лимон – 5-6 гривень або 30 гривень за кіло. Мед – 50-60 гривень за кіло. Тобто приготувати таку суміш коштуватиме в середньому 130-150 гривень. Підтримати імунітет в холодну пору року можна і за допомогою інших засобів. З оздоровчою метою можна поласувати журавлиною, обліпихою, калиною, гранатами. Не забувайте про цибулю та імбир. Також ви можете знайти на прилавках таку дивину, як у набі. Він не росте, як пальма. Как финики, а кустарником колючим. И очень-очень полезный. Сейчас уже выращивается у нас. А чем именно полезный? Полезный. Стабилизирует давление этот фрукт. И очень, вот, голова, болит голова, 2-3 штуки покушаешь, совсем. Вот попробуйте, какое оно. Вот попробуйте. Хорошо. Отже, куштуйте витамінні продукти та будьте здорові. Що ж, у нашій студії вже завітав гість. Ірина Великохатько, сімейний лікар. Прямо зараз. Ірина, вам доброго ранку. Тетяна, тобі ще раз доброго ранку. Дякую. Доброго ранку. Вітаємо вас. Що ж, у нас виникла така досить актуальна осіння, я б сказала, тема про імунітет. І хотілося б детальніше дізнатися та почути деякі поради. Що таке взагалі імунітет? Для людей, які не розуміють, чи не мають уявлення про це. Чи не хочуть розуміти. Чи не хочуть розуміти. Ну, ви знаєте, скільки существує людей, да, скільки существує і мнення, що таке імунітет. Що найцікавіше, у кожного версія своя. Ну, все банально, елементарно. Імунітет – це унікальна способність організму виявляти и уничтожать те инородные бактерии, антитела, которые поступают извне в наш организм. А вот сейчас в Николаеве прогрессирует грипп, который непосредственно влияет на голосовые связки и поражает легкие. Как с ним бороться? Ну, я хочу немножко поправить, да, еще нет у нас эпидемии гриппа. Слава Богу. Ну, уже были, допустим, среди коллег, так скажем, замечены. Было у нас ОРЗ. То, что ранее я давала интервью, где-то месяц назад, не путать, что такое ОРЗ и что такое грипп. То есть беспокоиться не нужно еще? Это разные вещи, да. Допустим, вирус, он, естественно, поражает голосовые связки, потому что это его очаг размножения. Это полость слизистого, слизистой рта. Потом инфекция идет по нисходящим путям. Это трахеи, бронхи, это мочеполовая система. Ну, если не лечить, то, конечно, заканчивается плачевно. А как поднимать себе иммунитет? Вот Оля делала сюжет, был про фрукты, про питание. Нет, это мы уже так зашли далеко. Вообще, я да? Я хочу немножечко акцентировать внимание на то, какой он бывает. Иммунитет, да? Он бывает как врожденный, так и приобретенный. От этого зависит качество и продолжительность нашей жизни. Нас всех и каждого из нас по отдельности. То есть врожденный иммунитет – это то, что ребенок при рождении берет от матери, в основном, да, на уровне ДНК, генетика. Приобретенный же иммунитет – это то, что начиная с 6-7 лет нашего детства, человек и ребенок, он приобретает этот иммунитет после, допустим, прививки тоже. Прививка столбняка, дифтерии, корь, краснуха и так далее. А вот если человек уже все-таки заболел, так скажем, какими способами лучше всего лечиться, чтобы не только вылечиться, а и поддержать свой иммунитет?
какие методы существуют? Ну, вы знаете, методы, во-первых, это идет в первую очередь медикаментозное лечение. Это раньше, где-то лет еще 20 назад, да, там полвека назад, можно было народной медициной лечиться, потому что атмосфера была другая, качество еды у нас было другое, воздух и так далее. На сегодняшний день, к сожалению, народная медицина, она по своей, скажем так, значимости очень слабая. Она может идти как вспомогательные, но не как лечебные. То есть первое место – это медикаментозная терапия, потом идет как вспомогательная – это народная медицина. Но когда иммунитет слабнет, это, может быть, и не сразу бросается в глаза. Но как выявить человеку на начальных этапах, что мне лучше как-то… Ну, каждый человек ощущает сам. В первую очередь это утомляемость, да, вот вроде бы как физическую нагрузку он сделал не колоссальную, там буквально потрудился 3-4 часа в сутки, он чувствует утомляемость больше, чем раньше. Это сонливость, это раздражительность, это вялость, апатия, естественно, снижается иммунная система, и тот вирус, который был у человека раньше, то есть каждый из нас является носителем, но это не означает, что мы уже больны. Если иммунная система ослабевает, вот этот вирус, он начинает размножаться активно. Вирус, бактерия, там, виды грибков, без разницы. Вот тогда мы уже чувствуем повышение температуры, ломота, головные боли, тошнота и так далее. И самое главное, хотелось бы узнать, как предостеречь себя все-таки от падения иммунитета? По питанию, может быть, есть какие-то рекомендации? Знаете, вот это вот тоже ошибка многих людей. Особенно, да, когда мы видим рекламы в телевизорах, что вот съел йогурт, выпил кефира с утра, и все, иммунная система, она взлетает до небес. Это все неправильно, потому что если у нас в организме выходит из строя хотя бы одна система, желудочно-кишечная, сердечно-сосудистая, эндокринная, что-то одно из них, иммунная система, она уже резко идет вниз. То есть качество иммунной системы – это слаженность работы всех наших внутренних органов. Поэтому делать акцент только на питании – это неправильно. Оно является одно из звеньев, которые ведут к повышению иммунной системы. То есть это физическое развитие человека, да, это гимнастика, это профилактика, то есть это человек укрепляет свой организм закаливанием, тренажерами, кто как умеет. Это состояние внутреннего мира, то есть если даже он питается хорошо, там, делает профилактику, там, прививки, иммунизация, но в семье, дома у него царит хаос, естественно, толку никакого не будет. То есть должна быть и душевная гармония, и физическая. Душевная, да. Но все-таки зима близко, поэтому, я думаю, актуально узнать, подрезюмировать хотя бы. То есть это питание, это гимнастика, все должно быть в комплексе, и медикаментозные, витамины. Да, организма, но это все нужно делать с самого детского возраста. Никогда уже нам 30-40 и дальше. То есть все уже, да, мне можно не начинать, правильно? Нет, я имею в виду, что нужно об этом думать изначально, а не когда уже кому-то плохо. А вот именно для деток какие-то рекомендации по поводу закаливания? То есть вот если вы говорите, что нужно... Для деток, но это нужно, вы знаете, с каждой мамой говорить отдельно. Потому что все мы вроде бы все знаем, все у нас получается, но когда касается вопроса сугубо твоего ребенка, это идет хаос, это мама теряется, это паника, это истерика, да. Вот. Самое главное, это не делать с ребенка комнатное растение. То есть даже когда вот в комнате ребенок находится, в квартире, мама одевает ему теплую кофту, это две пары носочков, это шарфик, если вдруг в соседней комнате его там может протянуть. Этого, конечно, нельзя делать, потому что мама подавляет способность организма детского бороться с инфекцией. И еще очень часто я слышу, что жалуются мамы, вот мой ребенок болеет очень часто, каждый месяц простудными заболеваниями в садике. Это хорошо. Это есть правильно. Допустим, с годика по 5 лет, да, по 6, когда он находится в детском саду, норма болеть ребенку до 10 раз в году. Да, первоклассники... Всего лишь, да, 10 раз в году, я понял. Ну, в среднем 8-10 раз. То есть это не должно беспокоить маму и настораживать ее. Это хорошо, потому что чем чаще ребенок болеет, я имею в виду в эти грани, да, тем больше вырабатываются антитела. Они накапливаются в организме ребенка, и когда он взрослеет, он становится более адаптированным к новым видам вируса, потому что ежегодно у нас вирусы мутируют, они появляются новые, мы не успеваем вырабатывать вакцину, а организм человека, он уже готов. Ну, все мы помним эту историю, когда мы в первый раз выходим на улицу, и нас отправляют в садик, а до этого мы были домоседами. В первой неделе сразу же заболели, сразу что-то подхватили. Это потому что домашний ребенок, правильно? Это потому что, да, изначально родители неправильно подготовили ребенка.
То есть нужно думать обо всем комплексно и готовиться и заранее. И заранее. Ну что, спасибо. У нас была Ірина Великохатько. Ірина, дякую вам. Дякую вам за ціні такі рекомендації. Ещё можно нюансик? Так, так, можно, для вас все. Вот очень часто я слышу у себя на приеме, да, когда приходят пациенты, они спрашивают по поводу поднятия иммунной системы таким комплексом народным, как состав инжир, ну, сухофрукты. Они делают пропорции, у каждого рецептов очень много, их сотни, каждому то, что, допустим, ну, который облюбовал сам себе. Это инжир, это этот лимон, это изюм, это чернослив. Единственное, что я хочу попросить, это делать все очень пропорционально и в первую очередь акцентировать диабетчиков, потому что им можно чернослив неограниченно. Он не влияет никак на выработку инсулина и на количество глюкозы в крови. Им можно изюм, но столовую ложку в сутки максимум. Это 2 и 3, ни в коем случае инжир. Я еще покупаю пачку изюма, то я его сразу... Думаю, это, опять же, допустим, когда этот комплекс сделан, да, он хранится в холодильнике, его нужно кушать детям. Чайная ложечка в сутки раз в день. Утром чайная ложечка, взрослым столовая ложка, все. Это не идет как десерт на хлеб намазать, с чаем покушать. Оно теряет тогда свои свойства. То есть все должно быть в меру. Да. То есть все должно быть в меру, да, и грамотно. Так, все знают и меру. Что ж, спасибо вам большое за столь ценные рекомендации.